Долгая ночь разделяет любимая нас, и тревожная черная степь пролегла между нами. Верю в тебя, дорогую подругу мою, эта вера от пули меня темной ночью хранила. Смертельном бою знаю, встретишь с любовью меня, чтоб со мной не случилось. Добрый день, уважаемые педагоги, студенты и гости нашего вуза. В канун великого праздника Дня Победы мы приветствуем вас у второго корпуса нашего института, где традиционно проходит возложение цветов. Это значимое для нас место связано с именами уникальных личностей, которые вложили в наш институт талант, силы и свою душу. В годы Великой Отечественной войны в этом здании был развернут тыловой эвакогоспиталь, а ранее здесь была Челябинская школа номер 58, в которой учился летчик, герой Советского Союза Ибрагим Газизулин, павший в боях за Родину в 44 году. Сегодня мы почтим память тех, кто стоял у истоков истории Института культуры, людей, принимавших участие в Великой Отечественной войне. Первый ректор института Поликарп Васильевич Сапронов с октября 40 года по ноябрь 47 служил в Советской армии в артиллерии на Дальнем Востоке. Он был награжден медалями за боевые заслуги и за победу над Японией. Первый профессор Давид Борисович Перчик в начале войны поступил в Лебельское артиллерийское минометное училище. Он награжден орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны второй степени и медалями, в том числе за заслуги перед Отечеством второй степени. Война оставила свой жестокий след в жизни каждого человека, поэтому также мы вспоминаем о тех, кого уже нет с нами. Они, преодолев все тяготы военных лет, смогли построить светлое будущее для своих потомков, а символом этого будущего для нас является камень, заложенный в юбилейный год нашего института, который хранит послание нашим последователям. Сегодня институт в надежных руках ректора, профессора, доктора исторических наук Владимира Яковлевича Арушанина. И мы хотим доверить вам слово. Дорогие друзья, вы слышите песни военные, они звучат из городского сада имени Пушкина. Сегодня во многих дворах нашего миллионного города собираются жители для того, чтобы вспомнить о Великой Победе. Вспомнить не потому, что кто-то о ней забыл. Это незабываемый праздник, который становится главным праздником нашей страны. Победа добывалась очень тяжело, и особый вклад в победу над фашистской Германией, да фактически над объединенной Европой, внесла наша Челябинская область. Я всегда говорю, что вот то здание, перед которым мы стоим, ведь не, была не просто школа, построенная до Великой Отечественной войны. Они все знают, что по плану Сталина перед войной в Советском Союзе было построено 1800 новых школ. Это был не просто вклад в развитие образования, а была секретная директива, что на случай войны, а война буквально уже висела в воздухе, эти школы, вот эти четырехэтажные, типовые, большие здания будут превращены в госпитали. И вот наша с вами школа, в которой в 1968 году был открыт наш замечательный вуз, отметивший свой 50-летний юбилей, тоже в годы войны превратилась в эвакогоспиталь. И в этом госпитале были вылечены тысячи солдат и офицеров, но ведь сотни из них не были вылечены и погибли, умерли и были захоронены на лесном кладбище, на котором многие из нас с вами завтра будут. Дорогие студенты, уважаемые преподаватели, я хотел еще раз напомнить, что мы с вами потомки победителей. Первые два ректора нашего вуза были фронтовиками, были орденоносцами. Я за 50 лет третий ректор, и на меня особая ответственность за то,
что все, что происходит в нашем институте, в наших корпусах, в наших аудиториях, было осенено идеологией победителей. Мы удивительный народ, мы нация победителей, мы будем жить. С праздником вас! Дорогие друзья, есть предложение возложить цветы к мемориальным доскам Поликарпа Васильевича Сапрунова, Александра Петровича Грая, Давида Борисовича Перчика, к мемориальной доске героя Советского Союза нашего летчика и к закладному камню, который полгода назад был открыт у нашего здания. Давайте сделаем это. День памяти, победы праздник. Несут венков живую вязь, тепло букетов, красок разных, чтоб не терялась с прошлым связь. И плиты скорбные согреты дыхом цветов дыханием полевым. Примите же, как дар все это, ведь это нужно нам, живым. Память всегда остается жива, когда ты поддерживаешь связь с прошлым, творишь в настоящем, а думаешь о будущем. И прямо сейчас мы приглашаем вас всех пройти в учебный театр «Дебют», где состоится театрализованное представление, посвященное Дню Победы «Вечно живые».